Всем доброго дня. Отвечаем на вопросы, которые поступают из социальных сетей. Можно ли использовать продукт Princess Filler и Princess Volume как биоревитализаторы? Уважаемые коллеги, хотелось бы, отвечая на этот вопрос, дать определение. Биоревитализация – это поддерживающая терапия, которая позволяет влиять на состояние качества кожи. И проводится эта терапия нестабилизированной гиалуроновой кислотой, биоревитализаторами. Princess Filler и Princess Volume – это продукты, которые никоим образом не влияют на качество кожи. У них совершенно другая смысловая, функциональная задача. Princess Filler и Princess Volume – это продукты ретикулированной, стабилизированной гиалуроновой кислоты, которые используются для заполнения морщин и для волюметрических коррекций. Поэтому для биоревитализации, в принципе, не говоря ни о какой технике, эти препараты категорически не подходят.